Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу показать два способа сделать такие киношные рамки сверху и снизу, если вы обращали внимание. Метод достаточно простой. Давайте возьмем какой-нибудь видеофайл, кинем его на рабочую поверхность. Итак, у нас с вами есть рабочий файл, и нам нужно сделать две рамки сверху и снизу. Покажу сначала достаточно такой сложноватый способ, но он имеет место быть. У меня Adobe Premiere версии 13, и чтобы здесь сделать из заголовка, а это самый простой способ и, скажем, меньше займет места и времени при конвертировании данного видео, поэтому у меня отсутствует такая вещь, как заголовок. То есть, если вы работаете, то вот здесь, по идее, в старых версиях, в 12, в 11 есть заголовок. Его нету. Каким образом его можно вернуть на место? То есть, они отнесли это к старой версии. Нажимаете Ctrl-T, и у вас появился новый заголовок. Здесь выставляете параметры по видео, но так как в основном HD, Full HD 1920 на 1080, здесь можно сделать, например, ну, условно, там 60 кадров в минуту, или в зависимости от того, какое вы будете делать. Но это я сделаю отдельное видео про это. Идем дальше. Вот у вас появился заголовок. Если вдруг у вас здесь, видите, здесь даже написано «свойства устаревшего заголовка». Если вдруг у вас здесь не окажутся свойства, и здесь вот этой панели не окажется, заходите вот сюда в меню, и здесь открываете «свойства» и «инструменты». У вас откроются две вот эти вставки. Идем дальше. Чтобы сделать первый способ киношной рамки, выделяем квадрат, кидаем его на видео, чуть-чуть закрываем верхнюю рамку и с этой стороны заливаем сплошным черным цветом. Готово. Теперь нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, скопировали, вставили рамку и копируем ее приблизительно по тем же параметрам вот сюда. По сути, все, работа выполнена, рамка готова. Теперь рамку кидаем над вашим видео, и как вы можете заметить, у вас появилась рамка как в кино. Это первый способ, он чуть-чуть посложнее был. Давайте теперь покажу более простой способ. И значит, итак, второй способ. Идем в видеоэффекты, дальше идем преобразовать, и здесь есть такой фильтр, который называется обрезать. Кидаем его на наше видео. С левой стороны вы должны находиться в эффектах, и должно быть элементы управления эффектами. Опускаемся вниз, и здесь у вас, как мы видим, вот он, фильтр обрезать. Для того, чтобы по-быстрому сделать рамки, сверху ставим 10%, снизу ставим 10%. Вуаля, друзья, второй вариант. Вот этот вариант на более удобный, более быстрый, несложный, поэтому пользуйтесь. Ну, а вы подписывайтесь, много будет всего интересного, как делать цветокоррекцию, как рендировать видео, какое количество кадров должно быть при выводе уже готового видео. Об этом все я расскажу в последующих видео. Ну а вам спасибо, что досмотрели до конца мое видео. Подписывайтесь. Всем пока!